Полтора года назад пропал без вести мой двоюродный брат. Честно признаться, это не стало шоком для нашей семьи. Как часто говорила моя мама, Егор ведет неправильный образ жизни. Но, разумеется, его исчезновение никого не обрадовало. Почти в каждой семье есть, в общем-то, положительный человек, который выбрал не тот путь. Егор один из таких. С самого детства он был головной болью своих родителей. Драки, побеги из дома, раннее знакомство с алкоголем. Удивительно, что к своим 29 годам он не оказался за решеткой. Впрочем, сейчас трудно сказать, хорошо это или нет. Как минимум, в тюрьме человек находится под присмотром. А что с братом сейчас, не знает ни один городской инспектор. Полиция добросовестно и безуспешно пыталась отыскать Егора спустя пару недель после его пропажи. Наша была вина в том, что мы промедлились с заявлением, так как его исчезновение было делом привычным. Брат мог долго не выходить на связь, находясь в очередном запое или работая вахтовым методом, неизвестно где. Но он всегда объявлялся и не только из любви к семье. Дело в том, что Егор вечно нуждался в деньгах, вне зависимости от его доходов. Однажды он нашабашил почти 100 тысяч рублей. Для нашего небольшого города это приличные деньги, а для Егора колоссальное состояние. Но каково же было мое удивление, когда спустя три дня он позвонил мне с просьбой одолжить 800 рублей. Совпадение или нет? Но наш последний разговор состоялся как раз на почве очередного займа. Причина была уважительной. Егору не хватало денег на билет до рай-центра, где он должен был пройти собеседование на какую-то должность. Он и сам не знал, на какую. Единственное, что он мне рассказал, трудиться предстояло на территории работодателя, а оплата была офигенная. Вчера мне пришло письмо от бывшего однокурсника Стаса. Он предлагал мне подписаться на ряд блогов живого журнала. Я заядлый блогер, и Стас это знает. В целом рекомендации были ни о чем. В одном из блогов были только баяны. Другой был посвящен русскому рэпу. Еще один модным течением. Но был блог, который меня очень заинтересовал. В нем безымянный автор рассказывал об участии в неком научном эксперименте. Пройдясь по нескольким записям, я понял, что анонимный автор – мой брат Егор. Манера письма, фирменные выражения, воспоминания – все в этом чтиве дышало им. Я выкладываю его записи как есть, без смысловых и орфографических исправлений – Обязательные записки. День первый. Меня заставили записывать все, что со мной происходит. Типа это часть их исследования. Я вообще не люблю писать, не люблю читать. Но за те бабки, что они мне предлагают, я, я готов выучить все стихи Пуаро. Тем более, как они сказали, это и читать-то никто не будет. Сегодня я не работал, меня поселили в мелкую комнату, где уже живет еще один участник эксперимента. Витя. Типичный грач из райцентра. Не знаю, как его вообще взяли. Дурак дураком. Весь вечер мы с ним играли в козла. Он мне проиграл. Он тут уже третий день, но чем занимается, не говорит. Это типа правило такое. День второй. Кормит довольно странно. Весь день давали какую-то херню. То бутер с сыром, то салат без мяса. Но зато вечером, почти перед отбоем, устроили праздник живота. Жаранины было, как на новогоднем столе. Витя не ел. Весь день он молча пролежал на кровати, иногда глядя в окно. Странный он какой-то. Я набил пузо, как черт. Завтра должны рассказать, что тут нужно делать. Пора бы уже, а то я себя турецкой проституткой чувствую. День третий. Моя работа не ссать, но только не в прямом смысле этого слова. Короче, на протяжении двух недель меня будут пугать, а я должен не бояться. Чем дольше смогу не очковать, тем больше выплатят в итоге. Один мужик продержался все 14 дней, и теперь он живет в собственной двушке. В двушке. За такие бабки я не то что не испугаюсь. Я даже не перну. Правда, обсуждать работу ни с кем нельзя. Все свои эмоции я должен оставлять на этом ноутбуке, который, кстати, мне потом и подарят. Витя сегодня, кстати, плакал. В карты играть не хочет, не ест. Мне всю ночь снились идиотские сны. День четвертый. Эксперимент начался. Первая попытка меня напугать провалилась с треском в жопе. Среди ночи я проснулся от того, что кто-то разговаривает. Наверное, это был Витька, подумал я. Но нет, его кровать была пуста. Голоса стихли, однако стоило мне закрыть глаза, как в дверь постучали. И опять это был не Витя. За дверью вообще никого не оказалось. Его вот тут было неплохо. Короче, я развернулся, направился было к кровати и тут же замер. За занавеской кто-то стоял. Женщина, кажется. Она была в халате и смотрела пустыми глазами сквозь меня. Недолго думая, я пошел к ней. Бабой меня не напугать. На секунду я потерял ее из виду. А как снова глянул в сторону окна, ее уже не было. Хороши черти. На компьютере, наверное, ее как-то сделали, что ли. Больше ничего такого не происходило. Интересно, а где Витя? День пятый. Пугалочки продолжаются. Только теперь они совсем никудышные. В общем, сегодня меня кормили типа человечиной. Да, притащили контейнер с едой, а на крышке было написано «Станислав Георгиев, 20 10 -87 Сначала я подумал, что просто хавку перепутали. Но как в итоге оказалось, это не контейнер предназначался Станиславу, а Станислав предназначался мне. Ну вот ем я его, а на вкус галимая говядина. И главное, то мне кусок пальца попадется, то хрень какая-то не жующаяся. Ну какой нафиг Станислав, на понт меня берут. Короче, съел я Станислава говядину и в хер не дунул. После обеда пришел Витя, более-менее вменяемый. Играли с ним в карты. У него руки, как у закоренелого алкаша, трясутся. Я снова выиграл. Пишу ночью. Сейчас в моей комнате стоит три человека. Я проснулся, а они уже тут. Стремновато что-то. Рты у моих гостей вытянуты, а глаза завязаны. Разговаривать со мной не хотят. Один из них иногда пошатывается. Не, ну чтобы напугать, они же должны хоть что-то сделать. А то стоят как истуканы. И че очковать-то? Витя спит. Лягу, пожалуй, я. Тут я прерву цитирование дневника Егора. Помните, я говорил, что ссылку на блог мне прислал мой однокурсник Стас? Если быть точнее, Станислав Георгиев. Именно его якобы съел Егор. Стас прекрасно знал о трагедии в нашей семье. И я заподозрил, что это все был розыгрыш. Не знаю, зачем ему нужно было писать все это. Я позвонил Стасу, но его телефон не отвечал. Впрочем, последний раз мы с ним общались очень давно, и он мог просто сменить номер. Я перезвонил на домашний. Его мама, Вероника Михайловна, с болью в голосе сказала, что Стас пропал, пропал больше года назад, день шестой. Сука, когда не успели. Я проснулся весь в крови, ну якобы в крови. Так-то понятно, что это все краситель. Это не страшно, это, но это и не кайфово. Пришлось отмываться и менять постельное белье. Сегодня кормили не Станиславом снова овощи. Станислав был гораздо вкуснее, между прочим. Среди дня пришел Витя. Принес три бутылки водки. Весь день бухали. Витя косячит. Сильно косячит. Он заговорил о проекте. Мол, тяжело ему. Боится не продержаться. Он так добазарится, что его просто выпрут отсюда. Без выплат и ноута. Я лег спать. Слишком сильно ужрался. Проснулся я от чавканья. Это пиздец. Я помнил, что Витя мутный такой. Он просто засланный казачок оказался. Его едят. На соседней кровати лежит Витя с пробитой грудиной. И в ней ковыряется ребенок. Голый и покрытый пятнами. Чё за больные ублюдки? Детей-то зачем к такому привлекать? Тем более голых. Подошел поближе. Мальчик зашипел на меня. У него лицо взрослой женщины. Близко к себе не подпускает. После водки меня сильно тошнит. Вырвало. Это существо съело мою блевотину. Меня снова вырвало. Спать не могу. Смотрю, как потрошат в видео. День седьмой. Не помню, как уснул. Проснулся в ужасном состоянии. Не могу понять почему, но на улице ночь. Остатки Вити лежат на кровати. Никто не убирает. Жрачку не несут. С момента пробуждения прошло 7 часов. На часах 16.23. Почему так темно? Я задремал. Пока я спал, принесли ужин. Снова дурачиться. Теперь мне нужно съесть человеческую руку. Поел. Уснул а они умеют пугать. Я пришел в себя посреди ночи. Витя смеялся. Его куски на кровати уже начинают попахивать, но верхняя часть тела была почти не тронута. Вот она и нашла в данной ситуации что-то смешное. Ржет и смотрит на меня. Рот весь в крови. Это, видимо, робот какой-то, как в фильмах. Завели его, вот он и ржет больше ничего не может. Это мешает мне спать. Но я попытаюсь. Сука! Снова проснулся от Витиного ржача. Но ржал он уже на моей кровати. Открываю глаза, а его дикая морда смотрит прямо на меня и ржет. Упал с кровати и отошел к окну. Витя кричит. «Не уходи, давай играть в карты!» В двери застучали. Очень сильно. Я не хочу никому открывать. За окном танцует женщина, похожа на ту, которая стояла за занавеской. Да, мне страшно. Но осталась всего одна неделя. Отступать я не буду. А еще я понял, что понятия не имею, на кого работаю и где нахожусь. День восьмой. Мне страшно за свое здоровье. Меня не пугают их дебильные голограммы и актеры. Я больше боюсь за свой рассудок. Вторые сутки за окном темень. Это ненормально. Вечные визитеры в моей комнате меня раздражают. Кстати, по поводу рукоприкладства, мне же никто это не запрещал. Следующих гостей я буду мудохать. Весь день никого нет. Не кормят, не пугают, кусочки Вити снова молча красуются на его кровати. Лягу спать. По ощущениям я проспал часа три, но судя по часам прошло 12 минут. Да, от безделья время течет чертовски медленно. Не понимаю. Я смотрю на часы, они идут как обычно, но время, время тянется дольше. Я ебнулся, это наверное с голодухи дом, который построил Джек. Я помню этот стих наизусть. Он единственный, который я знал без запинки в детстве. Я прочел его 15 раз подряд. Пробубнил себе под нос. Каждая зачитка занимает от двух до трех минут. То есть на все 15 попыток должно было потребоваться около получаса. Хер. Часы показывали две минуты. Две, мать его, минуты мне надо пожрать, иначе забирать деньги через шесть дней будет просто некому. Витя ведь не настоящий, это муляж. А вдруг он съедобный? Из чего они делают свои макеты? Попробую. Сосед напоминает курицу. Очень хитро. Заставили меня включить свой инстинкт самосохранения. Я иду спать. День девятый. Я не знаю, сколько времени длится эксперимент. Часы исчезли, ноутбук не включается. Пишу на бумаге, она появляется на столе. Как они так незаметно проникают в комнату? Сука, пропала кровать. Я писал эту ебалу за столом, спиной койки. Поворачиваюсь, а ее нет. Сколько мне заплатят за 9 дней? Я хочу выйти из проекта. В дверь стучит нечто. Голос, как у моей мамы, стучит и воет. Егор, сыночек, открой, у меня очень болит живот. Это не моя мама. Дверь заперта. Кричу, что с меня хватит, пусть придут и выпустят, но бесполезно. Воет и снова просит впустить. Дверь открыл мужик в халате врача. Молча вошел внутрь. Я не думал, что придется писать что-то еще. Но, видимо, меня не хотят выпускать. Врач молча смотрел на меня и улыбался. Я распинаюсь, мол, спасибо, но я хочу домой. А он улыбится, кивает и продолжает молчать. Я подумал, что чувак просто глухонемой и написал ему, я отказываюсь продолжать эксперимент. Тычу бумажки в лицо. «Егор, сыночек, открой. У меня очень болит живот». Это сказал врач голосом моей матери. Это он был за дверью. Через несколько секунд его брюхо разошлось в разные стороны. Будто кто-то порвал его изнутри. Изнутра их очередной ебаной куклы. Показался ребенок с лицом испачканным в крови. Лицо, оно мне сразу показалось знакомым. Это была мама. Лицо моей мамы. Существо начинает жрать врача. А врач говорит голосом матери. Это безумие. Я убил этого ублюдка. Захерачил его стулом. Я в эти игры больше не играю. Дверь открыта кукла-врач не запер ее. Ничего, больше не буду писать. Просто выхожу из проекта. Выхожу из комнаты. Идите нахер с такими экспериментами. Найду их офис. Пусть мне заплатят за то, что я заработал. А этот ноутбук, засуньте его себе в жопу. День 94. Идет дождь. День 139 я их видел. День 195. Завтра будем пробовать новеньких. День 204. Иррационально. Но кто? Дядя Игорь? Едва ли я снова уеду в Ростов. Это была последняя запись. С тех пор, как у автора перестал работать ноутбук, посты представляли из себя фото рукописей. Не знаю, кто писал эти короткие бредовые фразы с 94-го дня, но точно это был не Егор. Почерк кардинально отличался. К тому же он никогда не был в Ростове и никогда не пользовался словами типа «иррационально». Нет смысла нести это в полицию. Это не улика, не зацепка, не доказательство. Для общественности блок просто вымысел весьма посредственная страшилка, рассказанная наспех и не раскрывающая деталей или общего смысла. Однако для меня этот блок – луч надежды. Кто же на самом деле прислал мне на него ссылку? Стас тоже был в проекте? А жив ли Егор? Если верить записям, то брат покинул комнату почти 500 дней назад. Или же не покинул.